Всем привет! И сегодня видео это черный экран. Ну ладно, сегодня мы по названию видео уже понятно, что будем просто реагировать на видео. Но мы прошлые видео из лайка. Ну, либо же старые так-то. В любом случае, какая разница. Так-то будем и буду реагировать на них. А я даже не знаю, как. Нормально. Хотя не думаю, что нормально. Ну, покринжуем, поржем. Ну, в принципе, все. Давайте посмотрим первое. Мне не понравилось ни капельки. Ну, во-первых, обработка не очень. Во-вторых, нужно совсем по-другому делать. Не надо вот так. Да и к тому же не составляет, не идет, вот, не попадает под звук. Вот то раньше, то позже появляется. И даже не пойми, где находится что. Да и к тому же мы с гачерами давно уже решили, что это подъезд. Давно. Поэтому это явно, что это не подвал, и непонятно, что там она в подъезде стоит, так моя старая ОС. Да и к тому же ОС не очень. Ну, в принципе, что я могу сказать? Шмальнула немного девочка. Ну, ничего страшного. Ладно, погнали к следующему, что ли. Затри хлеба. Что я могу сказать? Да ничего, тут уже понятно то, что не очень. Давайте лучше сразу же на третье перейдем. Я уже не знаю, что говорить про это видео. Аллах над нами, земля под нами, ножи в кармане, вперед, мусульмане! Что в тебе сделал бедный 4-й Б-класс? Ну, блин. Вы знаете, я вообще молчу, то, что она вообще даже не вырезала. Я, точнее, когда-то не вырезала вот эти вот две штуки. Ну, это выглядит не очень. Это выглядит тупо. Так еще и под плюс. Там не очень идет. Что, во-первых, мне сделать 4-й Б-класс? То есть... Параллельная моя. Ну, не 4-й Б. Это сейчас 4-й Б, а тогда был 3-й Б. Там параллелка что тебе сделала? Откуда у тебя? Почему ты достаешь ножи из жопы, а не из кармана? Извините, конечно, меня. Ну, просто давайте продолжим. Достойные противники. Что ж, обработка не очень, обработка ужасная. Можно было сделать другой персонаж не под очень. Да, я буду сейчас придираться каждой мелочи, ничего не говорю всем. Также, почему там вот этот капкут, блин, выходит? Постоянно, я его не вырезала. Там, видимо, то, что он выходит, не убирала. Так еще и почему? Почему это все происходит? Можно было сделать другую обработку, можно было сделать совсем другое, можно было сделать намного качественнее, но все получилось не под очень. Скорее всего, я просто поленилась и сделала под говно. В принципе, как и сейчас. Я вечно ленюсь насчет анимации. Потому что мне лень, во-первых, рисовать, а во-вторых, мне лень анимировать. Так еще и плюс монтаж и так далее. Мне просто это лень делать. Так еще и домашка. Поэтому я не делаю анимации. Ну, иногда могу сделать, когда мне нечего делать.
В принципе, обработка сейчас намного лучше. И сто раз лучше. Явно можно было сделать получше. Но, в принципе, что? Вспоминаем то, что это было из прошлого, вопросов больше нет. Ну, давайте продолжим. Также обработка также становится некачественной. Можно было нормальные глюки сделать. Ну, можно было нормальные глюки-то сделать. Можно было нормальное стирание сделать. Можно было же нормальных персонажей-то хотя бы подобрать. Ну, тут пацан еще ничего. А девка что-то какая-то гэнстерша. Не очень, короче, сделано. Я уже устала это монтировать. Поэтому еще несколько видео и все. Видео закончится. Ладно, погнали на следующий чуль. Ребята, новый гача вирус 2 даже. Потому что первый гача вирус, у него нет названия. Он превращает Аву в какую-то фигню и страшные морды. Второй гача вирус это глич вирус. То есть вирус глича. То есть ты начинаешь глючить тупо. Просто у тебя глючит. То есть ты... у тебя глючит как никогда, как программа. И получается так, это два вируса, получается, хоть на него заразиться я на него не могу, это я объясняла в прошлом вирусе, как, в прошлом видео, но все равно будьте осторожнее. Не. Вот, я не знаю, кто распространил вирус, вот так. Вот такие пирожки, будьте осторожны, пожалуйста. Носите маски, пристерегайте себя. Интересное такое заявление. Ну, по крайней мере, я вырезала эту фигню с капкотом, поэтому нормас. Более-менее. Ладно, все равно фигово. Но в любом случае, какой еще кочевирус? Какое предупреждение? Ты серьезно, девочка? Ты... ладно, промолчу уже. Я, конечно, все понимаю, но... ну, блин, что это? Просто что это? Это что вообще? Вообще такое? Ну, непонятно, короче говоря. Ладно, на этом пока явно то, что тут не очень, потому что нет ничего, буквально один скрин, но, в принципе, автор очень сильно постарался, то есть я очень сильно постарался, но, в принципе, ладно. Ну, на этом я могу сказать пока, и я, наконец, Все, я устала. Я устала это все монтировать. Я устала уже это озвучивать. Устала кривые эти устанавливать в приближение. Ладно, все. Ладно, всем пока. Значит, то, что автор у вас ленивая. Ладно, все, мы перенеслись так-то, если кто не понял, это был не мат, а это не для звука было, это просто было как, типа, перенос, как многие ставят. Вообще, могу сказать пока, те, кто видит это ролик, можно, зайдите на канал, посмотрите шорты, я умею анимировать. Умею анимировать, монтировать много чего. Монтажу учусь. Не все знаю, но что-то у меня есть уже. Ну, в принципе, все. Всем пока. И до скорых встреч. Я там установилась это? Или нет? Короче, ребят, концовки не будет. Сколько? Ну, вроде бы норм.
Супер.